140-летие отпраздновала Ярковская средняя школа. Сейчас там учатся более 1000 человек, преподают 52 педагога. За последние годы школа выпустила 97 медалистов. В этом году в ней появился собственный радиоузел. Школа активно занимается внеурочной работой. Дети и учителя часто принимают участие в образовательных проектах, которые проводит партия «Единая Россия». Школа, по-старому мы говорим, но это правильное выражение, это кузница кадров для развития региона, для его процветания. И выпускники вашей школы, конечно, это те люди, которые своим трудом всегда развивали и развивают Ярковский район, Тюменскую область, да и участвуют активно в развитии всей Российской Федерации. Отличившимся учителям вручены благодарности, а школе будет сделан подарок. Приобретен кухонный гарнитур для кабинета технологии.